Для слесаря Сергея Арбузова работа в радость. Он обеспечивает теплом не один дом в Самарском районе. Работу по подготовке к отопительному сезону начинают как раз в июне, чтобы успеть устранить проблемы, если они вдруг возникнут. Опрессовка делается для того, чтобы в летний период узнать все недостатки дома. То есть где слабые трубы отопления, где может порыв быть зимой. И лучше устранить это летом, чем и осенью после запуска отопления. Иначе люди просто-напросто, чтобы не страдали, вот занимаемся этим сейчас. Для того, чтобы с первыми холодами не пришли и первые протечки, чтобы жители Самары не остались без тепла и горячей воды, нужно провести не только опрессовку. Сотрудникам управляющих компаний все лето придется трудиться в подвалах и на крышах. Сюда включается комплекс подготовка самого узла, подготовка подвала, который где идет по техподполью или выходит, наоборот, самих стояков. Дальше это идет подготовка крыш, подготовка подвалов, закрытие подъездов. То есть вот весь комплекс, в частности, подготовка к зиме. В Самарском районе 1300 домов. Треть из них уже прошли опрессовку и готовы к зиме. Отопительный сезон начнется в октябре. До этого времени необходимо провести испытания по всем объектам. Качество работ проверяет специалист предприятия тепловых сетей. Время, могу сказать, что точно хватит, потому что все материалы, которые нужны для запуска домов, закуплены. Сейчас происходит замена тех задвижек, которые вышли из строя. Сейчас намечены участки перекладки труб, которые уже пришли в непригодности, которые просто-напросто не держат давление, и они все рвутся. На сегодняшний день к работе в осенне-зимний период уже готовы 1090 жилых домов и 63 объекта социальной сферы. Остальные дома Самары опрессуют до конца августа. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.